Привет, привет. Мы опять на даче. Сегодня 18 мая. Мы приехали ненадолго поставить лавочку. Вот она. Поставили папа и муж лавочку. Сейчас они там переставляют туалет. У нас гремит, будет дождь. Вот мои клумбы. У меня сегодня первый урожай. Видите, редиска. Я чуть подвязала помидоры. Скажите, чем обработать грядки, чтобы не было муравьев? Лук. Тут грядка моя вторая. Наверное, салат уже, вот видите, тут зашел. Вот мои помидоры. Конечно, они так выглядят. Баклажаны, вот пожелтели листочки, также и у перца. Вот у перца, видите, такие пожелтели, наверное, от солнца. Я тоже их все подвязала. Там вот такой вообще несчастненький, может, спасу. Сейчас, наверное, полью. Ну, в общем, мы ненадолго. А, еще у меня новость. Мы купили газонокосилку триммер Bosch. Вот наша газонокосилка Bosch AFS-2337. Электрическая. Тут идет леска и есть еще нож. Следите за нашими видео, и мы обязательно сделаем обзор. Сейчас еще нарву лучок домой. А то потом дождь пойдет, все будет мокрое. Вот свекла у меня. Видите, я прореживаю, прям так кидаю на грядки. Вот эту морковку я проведела и так бросаю. Тут она потом высыхает. Надвигается туча и гремит. Там небо чистое.
Короче, мама дала мне Мелиссу. Папа, вернее, привез с Фазенды. Надо куда-то ее пристроить. Вон лавочку уже сними. Стоит на дожде. Я уже снимал. А, снял. Стоит на дожде.